Всем доброго времени суток. Сегодня хочу обозреть, даже не обозреть, рассказать о играх, которые можно поиграть в ближайшее время, о играх-таймкиллерах. Благо, сейчас выбор игр большой, можно есть во что, так сказать, поиграть. Первое, с чего начнем, это игра Bagged Light. Light, потому что это бесплатная версия. Вот расскажу как можно более кратко. Игра заключается в том, что нужно разложить в пакете, значит, какие-то продукты. Продукты могут ломаться, могут портиться, что угодно с ним может происходить. Ну, самый простой уровень, дабы не занимать ваше драгоценное время. Я их разложу как можно аккуратнее. Ну, как-то так. Под наклоном, вот они утрамбовались, и вроде неплохо. 3 звезды мне поставили. Я надеюсь, вы поняли смысл игры. Ну, я думаю, сможет пару часов у вас отнять времени. Вот, оно будет интересно, более-менее интересно проведено, лучше, чем бутылка пива в подъезде. Вот, далее, игра у нас «Где же Перри?». Это игра от Диснея, сделана на движке, соответственно, игры «Крокодильчика Свампи». Обладает абсолютно тем же самым функционалом. Даже не знаю, как это назвать. В общем, смысл игры тот же самый. То есть нужно найти воду и доставить ее к новому герою. Ну, здесь лишь изменилась анимация. Персонаж главный изменился немного подход к решению уровней. А так, в принципе, все то же самое. Все то же самое, что и было. В принципе, ну, просто качественная игра. Ничего более. Так. В общем, вы меня поняли. Я имею в виду, что скачивайте, играйте. Занимает свое время, очень клевая игрушка. Просто кто-то, может быть, не заметил и, соответственно, проспал. И еще вот такая вот игрушка Cut and Slice. Может быть, кто-то слышал, кто-то, может быть, не слышал. Игра заключается в том, что нужно поделить предметы поровну. Да, то есть вот, мне вот сейчас удалось как можно ровнее. То есть на равные куски. Сейчас вот попробую что-нибудь посложнее разрезать. Ну, так можно, так сказать, тренировать глазомер. Здесь, например, двумя разрезами нужно разрезать, ну, как можно более ровно. Видите, в принципе, неплохо. То есть у меня, ну, 16% примерно все. В общем, вот такие вот игры. Всем советую скорее это все дело скачать и играть, думать. Вот. Всем спасибо за внимание.